Расскажите, за что вас задержали? За стрельбу. А где вы стреляли? Стрелял в лесу за центральным рынком. А из чего застреляли? Из пневматического пистолета. А откуда он у вас? Ну, приобрел в Красноярске в свое время. А для каких целей? Ну, скажем так, для обучения детей спортивной стрельбе. А что произошло, когда вы стреляли? Что произошло? Ну, не особо, скажем так, хорошие обстоятельства. Поругался с женой, не нашли общего языка, решил выпустить пар, поэтому взял пистолет, пошел пострелять. Вот и все. Не заметил в лесу проходящих мимо подростков. Ну, соответственно, вроде как кого-то зацепил. Непонятно, сейчас зацепил или не зацепил. Ну, вроде как что-то типа того. А после происшествия с подростками не общались? Нет. Не общались. Сразу были доставлены сюда, да? Да. Все, спасибо. А я покупаю. Заморочился. Мы просто один раз съездили в Киев, посмотрели. Я заметил, что она хорошо стреляет, ей это нравится. Поэтому приобрел это оружие. Как бы, очень...